У меня ответственный груз. Можно их даже не прикручивать. Так я же не собирался, я просто положил. Правильно, я понял, классно. Вот так вот это вот надежность. Дай. Ярик. Сейчас будем третий сюда вешать. О! Тебе подарок. О, еще и болтус высыпался. Пока. Опа! Все, банда в сборе. Все велики на месте, мы едем на памп, приятного просмотра. Не забудьте поставить лайк этому видео. Как всегда, не могло пройти все идеально при съеме байков, но это, я считаю, лично своим проебом все. Байк упал один, и вот на свежеоткрашенной моей двери сделал коцку. Ну ничего. У меня еще есть краска подкрашивающая. Так, ну я сегодня скейтер. Я с собой не брал велик. Пацаны будут кататься, а я буду на доске газовать. Это кайф. Это кайф. Как раз хотел давно сюда попасть на доске покататься. Блин, Ваня, тебе привет. Что, ты говоришь, первое ощущение стрёмное? Да. Немножко. Но на самом деле просто надо доверять асфальту, накачать колеса побольше. Особенно это касается меня. И вон чувак едет. Есть колеса? Колеса найдем. Пацан на рыбалку поехал. Куда ты прешь против трассы, пидор? Что ты, Вадим, любишь газ давай? Да. Как тебе памп? Сложно. Ну вообще нормально. Мишаня же качает. Понятно, что в Америке на спуске-то попроще, но тут нет проблем с тем, что ходов. Ииу! А чё не прыгнул? Так, пацаны уже выдвинулись на серию с дёртами, я ее на байке не прыгал, поэтому пацаны сейчас будут тестить, интересно, едем смотреть. Тут, кстати, я совсем недавно, ребята, сделали классную фишку, катай беспечно, шолом поверни. Круто, респект. Дёрт парк остров, подписывайтесь, ссылочки в описании. Круто, вот это четко. Очень много малых катаются без шлемов, просто так разбиваются. Так, Ярик пошел первый в расход. Неплохо. Вау! Это что, Crank Works? Это, нет, Саня, это Crank ни хера не Works. Все так плохо? Ну, такое. Мне кажется, не привыкли. Ходов нету. Какой тут газончик прям. Что это вы там ищете? Газон. Смотри. Понятно, это когда вырубка газона получается? Получается. Так что, незаконное? Нет, законное. Положи туда. Так, это программа «Сдохни или умри». Она же выдержит, если в костере положишь. Наебывался по прожарке. У меня ответственный груз. Топ. Огурчик положи туда. Здоровый способ. Да. Ну что, с днем рождения, Ярик. Спасибо большое. Опа. We'll be right back.
будет смертельный трюк. Ой-ой, едет как раз. Серег, давай! Вот сейчас можно встретить. Жми со всей дури просто. Быстрее, быстрее, он едет! Он уже быстрее! Давай! Быстрее! Все, прыгай! О, хорошо! Не важно, с того контра или с этого. А, хорошо! Отлично! За Лутус! О, это почти, это близко! Это было достаточно неплохо. Я застал последний момент железного. Я увидел! Ну ты мог, в принципе. Давай еще одну. Ой-ой-ой-ой! Это близко! Слушай, ну... А, я думаю, что меня телипает в повороте? Оно вот такое... Да-да-да, Сань. Я прям еду в велику. Тогда! Равняйте колеса после випов, ребят. Так, еще один клоун, смотрите. Просто посмотрите. Вот она сила клоунской музыки. Сюда его. Все, заебался. Тут третье поколение. Опа! Отличная карета. Супер. А я, пожалуй, ничего прыгать не буду. Маленький капканус уже выехал. И большой капканус погнал. Давай, Мишаня, быстрее, он едет, он же рядом. На. О, хорошо. Отличный прыжок. А ну-ка, что там по колесу? Супер, ребята, проверяем, смотрите. Сегодня ты уже решил его убить. Кайф. Еще ровно, пока спирометрия пройдет. Вот это я чёрт, конечно, что я вам скажу. Смотри, радио едет. Ты что? Опа! Да. Все устали? Сколько домой будем ехать? Да, сейчас как... вот этот вот чёрт. Накатается? Вон он, где он? Вон он. Чёрт, накатается? О, полировка. Так, ботинки надо, сейчас. Всё. Главное, чтобы оно блестело. Не-не-не-не-не-не, отковыривай, пидор. Сейчас вы еще там хлопочки подходят. Все. День подходит к концу уже. Покриски никого не осталось на помп-треке. Мы едем домой. Как раз 5% акума осталось. Все, пацаны, как вам? День на помп-треке нормальный? Отлично. Ну, все супер, да. А тут есть сзади еще что-то? Заканчиваем это видео.